хорошо, ни худо. Но однажды вдруг негаданно, нежданно удостоил нас Господь увидеть чудо. Постучался в двери гость желанный. Солнце правды озарило своды скромного, уютного жилища. Нужно принести для омовения воду, поскорее приготовить пищу. Нужно принести для омовения воду, поскорее приготовить пищу. Марфа озабочена стряпнёю, неотложными домашними делами. Я чело его усталое омою, покаянье светлыми слезами. Марфа переполнена тревогой, что как гостю милому не угодим мы. Я его натруженные ноги волосами высушу своими. Я его натруженные ноги волосами высушу своими. Марфа стол накроет быстро, упрекнет меня в безделии и лени. Ну, а я к стопам прильну пречистым и застыну в сладком умиленье. Всей душою прилеплюсь я к Богу, радость неземная позвала. Марфа, Марфа, ты печешься о многом, а Мария часть благую избрала. Марфа, Марфа, ты печешься о многом, а Мария часть благую избрала.